Что скажешь? Да, конечно. Ловушка прямо впереди. Что скажешь? Раз и готово. Я Веспасиан, а ты, надо понимать, тот самый Серый Страж, о котором я так много слышал. Конечно. Регент Лагейн нынче только и говорит, что о стражах. Это слово у него даже популярнее слова «золото». Да уж, тебе это должно быть интересно. Я слыхал, ты копаешь под Лагейна. Нелегкая должна быть задача, а? Горус, по правде говоря, нам и не суждено было долго здесь проработать. Мы немало заплатили лагейновым солдатам, но едва закончится собрание земель, мы станем неудобны. Так что вот мое предложение. Плати 1000 золотых, и получишь письмо с печатью Тейрна Гварена, где прямо сказано, что он во всем этом замешан. Тогда мы просто уедем на пару дней раньше, чем рассчитывали. Прихватим деньги и оставшихся рабов. Разумное предложение. Какая мерзость. Итак, мы договорились? Даже ты должна признать, что это куда лучше, чем варварское кровопролитие. Жаль. Похоже, придется нам все уладить другим путем. Не станем вяжкать, ладно? Я знала, что мы справимся. Хватит! Похоже, о тебе рассказывали правду. Сдаюсь. Стой! Выслушай меня, милая леди! Если бы я использовал силу оставшихся тут рабов, я бы намного увеличил твое здоровье. Дозволь мне покинуть это место живым. Я буду безмерно счастлив оказать тебе эту маленькую услугу. Предложение любопытное, хоть и малость неприятное. Ну как, мое предложение тебя интересует? Да? Тогда... Полагаю, ты не согласишься просто меня отпустить. Эх, какая жалость, а?